Привет, малыш! Сегодня мы с тобой нарисуем миньона. Как выглядит миньон? Он квадратный? Нет. Может, он треугольный? Тоже нет. Круглый? Почти. Овальный. Чего не хватает? Рисуем ноги. А теперь руки. Но миньончик ничего не видит. Давайте нарисуем ему глаза. Один глазик. Второй глазик. Он подает нам какие-то знаки. А, так мы забыли нарисовать ему рот. Он хочет, чтобы мы его раскрасили. Подберем цвет. Наверное, он серый? Нет. Красный? Конечно, нет. Желтый? Да, правильно. Пора нашему миньону подобрать одежду. Что носит миньон? Платье? Трусики? Ха-ха, юбочка. Ой, здорово, но не то. Да, комбинезон. Какого цвета будет комбинезон? Зеленым? Красивый цвет, но нам не подходит. Подберем другой. Коричневый? Неожиданный цвет. Да, синий подойдет. Миньону нравится, как мы его нарисовали. Мы молодцы!